прохождению своей первой эстафеты команда Сарыкольского района подошла энергично, дружно и с хорошим настроением. Ребятам нужно пройти полосу препятствий на время. Как рассказывает капитан команды, они примерно знали, какие будут задания, поэтому последний месяц готовились к фестивалю основательно. Впереди у ребят еще много заданий, и настрой у них боевой. Конечно, надеемся на лучшие результаты, но самое главное – это участие, то, что в таких мероприятиях можно познакомиться с другими колледжами. Мы это очень ценим. Самое главное – это общение и участие. Дружелюбная атмосфера, потому что все колледжи реально очень хорошие люди со всех колледжей. Мы уже с многими познакомились. Думаю, будем держать с ними общение. Нам очень нравится. Фестиваль «Студенческая весна» проходит ежегодно. Правда, в последние два года его приходилось проводить онлайн. Сейчас, благодаря спокойной пит-обстановке, «Студенческая весна» в привычном живом формате. Участие принимает команда из 32 колледжей в области. В каждом коллективе 4 человека. Программа рассчитана на весь день. Получается, с 10 до 17.00 пройдет полностью программа студенческой весны. Она включает в себя это спортивную эстафету, гала-концерт на как бы показать свои творческие способности. Это будет танцевальный баттл. Этот фестиваль в регионе уже 26-й раз. Сегодня здесь присутствуют те, кто когда-то и придумал это мероприятие. Один из них, Виктор Колпаков, рассказывает, что проведение фестиваля «Студенческая весна» становится с каждым годом лучшим и масштабнее. Из 34 колледжей, имеющихся в области, сегодня принимают участие 32. Сегодня интересно видеть здесь и принимать участие, потому что я вижу такую же энергию, такую же поддержку. Конечно, что-то меняется, направления какие-то меняются, взгляды меняются, но нам хотелось бы, независимо от прохождения большого промежутка времени, видеть дружбу и поддержку друг друга. По итогам мероприятия в отдельных видах программы будут определены победители, которых наградят памятными кубками и грамотами Управления образования Костанайской области. Алексей Краснов, Илья Досмагамбетова, РТН.